Владислав, 22, 21 год мне. Воюю с начала 16-го. Побывал в Авдеевке, в Луганске и вот сюда переехал. До начала был профессиональным футболистом, играл в чемпионате Украины по футболу. И как-то после выпуска с юношеской школы решил, что надо и не только флаги на поле под флагом играть, и еще надо немножко тут помочь ребятам. Вот уже третий год воюю. Мы воюем за свою территорию, за свою родину. Ну и мы докажем, заберем все, что можно.